В этом году торжества на День России посвящены сразу четырем юбилеям – 55-летию первого полета человека в космос, 165-летию губернии. 430 лет исполняется со дня рождения города и 75 с тех пор, как Куйбышев получил статус запасной столицы. 12 июня с 2 часов дня на главной площади города будут работать 15 тематических площадок. Детская, спортивная, уголок Дома дружбы народов. Показать себя намерены и предприятия ведущих отраслей самарской промышленности. Жители ждут поистине космические впечатления. В этом году у нас впервые будет развернута на территории площади уникальная экспозиция, создание которой примет участие не только музей «Самара космическая», но и ЦСКБ «Прогресс», СНТК имени Кузнецова, которые приведут туда реальные действующие экспонаты, модели, в том числе побывавшие в космосе. Музыкальная программа тоже обещает быть грандиозной. Начнется она в 17:00 с выступлений детских коллективов. Творческую эстафету подхватят самарские артисты. Волжский народный хор, дуэт «Баян Микс» в гости ожидают и столичных исполнителей. Мы приглашаем к нам в Самару и дали уже согласие, приезжает певец «Маршал» с концертной программой. Затем завершится весь этот блок группой «Кипелов». В 10:30 начнется зрелищное лазерное шоу. С помощью световых эффектов перед жителями возникнут главные символы Самары. Монумент славы, знаменитый штурмовик Ил-2, здание железнодорожного вокзала. Завершатся торжества фейерверком. Алина Чемерис, Артем Сулайманов. События.